Христос воскресе! Воистину воскресе! Самый главный праздник для верующих и для всех христиан. Я, допустим, не посещаю службы в простые дни, а в такие праздники это святое дело – посетить храм на Рождество и на Пасху. На Пасху какие у вас есть традиции в семье? Красить яйца. Пасха обязательно. Наверное, воскресенье, веточки, вербы – это все традиции. Это испокон веков идет, это от наших родителей, от наших прадедов, прабабушек. Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Участвовать вместе со всеми православными в замечательном событии, в светлом празднике Пасхи. Почувствовать себя одной единой семьей. И в то же время, чтобы самим стало как-то душе легче. Пасха, она связана, не с тем, чтобы выпить там или закусить, потому что, наверное, перед Богом как-то принять Его жертву. Самая главная для меня традиция, чтобы встретить Пасху в церкви. Для меня на самом деле это важно. Тем более сейчас, в наше непростое время. Слава Отцу